Добрый день, дорогие зрители канала «Ваша дача». С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вас приглашаю полюбоваться такой неимоверной красотой. По моему мнению, это цветок заслуживает места в райском саду. Это айва японская. Довольно теплолюбивый кустарник, но с каждым годом, с возрастом он становится все более морозостойким. Здесь он, конечно, растет в условиях города, в городе теплее. Но он может расти и на наших участках, только вначале он долго набирает вот именно пышные цветы. Этому кустарнику более 30 лет уже. Он не получает никакого ухода. Ну вот с каждым годом становится все краше и краше. Что я заметила, за его много пишут, как за ней ухаживать, что делать. Я заметила, что именно с возрастом цветы становятся ярче и крупнее. Описывать красоту этого кустарника, конечно, не имеет никакого смысла. В прошлом году я вам рассказывала про его подробненько, а сейчас хочу, чтобы мы просто вместе полюбовались этим морем ярких цветов, которые вначале темно-красные в начале цветения, а потом становятся более бледными, но красоты от этого не теряют. Это айва плодоносит. Довольно много у нее этих таких терпких грушек, но здесь их никто не обрывает. Она как бы самостоятельно здесь растет и ежегодно привлекает внимание не только жителей нашего дома, а и всех прохожих. Здесь фотографируются и дети, и молодежь. Все заходят и фотографируются под этим кустом необычайной красоты.